Любимые мои, мне безумно приятно. Я выложила сегодня пост про фигурное катание. Сегодня день фигурного катания. Поздравляю всех любителей этого замечательного и сложного, и безумно красивого вида спорта. Я так рада, что я имею к нему отношение. Вообще с 3 до 21 года я профессионально им занималась. Была в сборной команде, вторая на чемпионате России, в десятке сильнейших спортсменов мира. Вы не представляете, какой это труд. Это такой труд. Каждый день по 3-4 тренировки ежедневно, с одним выходным в неделю, с детства. То есть мы люди без детства, но зато мы люди характера, люди спорта, все-таки сильные люди. Я поздравляю каждого, кто любит этот вид спорта. Мне так приятно, что вы оставляете такие теплые, такие добрые комментарии под моим постом, где я катаюсь с Ромой Костомаровым на чемпионате мира в 2000 году. Я безумно...